Так, Сатурн, 3 июня 2024 год. Извиняюсь за такие колебания, но как получается. Практически параллельно в торец колец мы смотрим. Так, в торец колец это хорошо, где наша Луна? У нас сегодня парад планет. Так, а где же наш Марс? Уже не видно, что ли? А вон наш Марс. О. Надо же, даже что-то... Я снимал уже где-то час назад. Видно в правом нижнем углу? Ну, надеюсь, видно Марс. Сатурн идет, потом идет Нептун, потом, ну, его даже и пытаться наводиться не было. Сатурн, Нептун. Да, Нептун же. До Сатурна 1,5 миллиарда километров. Ой-ой-ой-ой. До Марса 300 миллионов километров, но понятно, Марс гораздо меньше. Да, когда он был в 60 миллионах километрах от Земли, я даже с этого же Nikon Coolpix фотоаппарата полярные шапки снимал на Марсе. Вполне себе видно было полярную шапку. Ну сейчас что? Сейчас только красноватые оттенки видно. По понятным причинам, где 300 миллионов километров, а где 60. Ладно, перестану вас терзать. Не идеально чистое небо, но жаловаться не буду. Час назад было совсем все плохо в облаках. И сейчас облаков стало меньше, но зато вот у нас ветерок поднимается. Ладушки. Там сейчас вынырнет. Меркурий, Юпитер. Но, к сожалению, уже совсем рядышком с Солнцем. И очень я сомневаюсь. Ах ты ж, ёлки-палки. Что нам удастся что-то там рассмотреть при таком уже дневном совершенно свете. Ух ты ж. Никак. Nikon Coolpix никак.
Не поймаю я кадра. Ну все, оставил камеру. Ну, Nikon Coolpix P1000, 1125 крат зум, еще четырехкратный цифровой, грубо говоря, 500-кратное увеличение, малейшие колебания, сейчас вот ничего не трогаю, не дергаю, сейчас попробую резкость можно. Муравей пробегает, уже все трясется при таких консолях. Ладушки. 3 июня 2024 год. Парад планет. Ну и на том спасибо. Все-таки хоть что-то увидели, да? А, вон нет, есть еще, видно. Марс. Давай, наверное, так и закончим. В одном кадре, чтобы был. Были Марс и Луна. Третье июня 2024 год. Запорожская область возле города Орехово.